такое чудесное воссоединение. Я сейчас расплачусь. Чувствую себя ангелом. Мне должны выдать маску и крылья, раз уж я помог вам вновь обрести друг друга. Спасибо за все, Рэнч. Не благодари. Просто отдай своего первенца. Ну, мне пора. Стоп, ты куда собрался? Я рад, что Эйден вернулся. Но мне нужно кое-что сделать. Отомстить Рэмпорту? Чел, я только что побывал в мозгах человека, который не умеет отпускать. Там было не очень. Может, просто забьешь на него? Не могу. Ясно. Ну, тогда мы тебе поможем. Сделаем все, что нужно. Вместе. Мы с тобой. Ага. Окей. За дело. Рэнч, мы устроились в твоем убежище. Как думаешь, где может быть Рэмпорт? Рэмпорт оборвал все связи с бизнес-партнерами в Лондоне, так что, думаю, он начнет все сначала в другом месте. У него есть. Частный самолет? Не могу представить Рэмпорта в Хитроу. У него есть частная баржа, сейчас она на Темзе. Официально на ней возят грузы компании. Неофициально. Людей, контрабанду и все такое. Джорди пользовался ей пару раз. Твой друг Джорди социопат? Вполне возможно. Он жуткий. Но сексуальный. Короче, эта баржа – лучший способ по-тихому смыться из города. Рэмпорта надо догнать. Же Рэмпорта разрешили покинуть Темзу. Он вот-вот выйдет в открытое море. Сука! И как я буду его догонять? Вплавь? Кажется, я знаю, кто мог бы тебе помочь. Есть один капитан, который тайком привез меня в город. Я его предупрежу. Я, конечно, классно выгляжу в купальном костюме, но плаваю не очень быстро. Ноги худоваты. Скажи, что ты сделаешь с Рэмпортом, когда догонишь его? Убьешь? Но... Да? Но вы работали вместе. У вас есть общее прошлое. Даже если он получит по заслугам, его смерть не решит твои проблемы. Ты будешь читать мне нотации на эту тему? Серьезно? Вот почему ты на вторых ролях, Пирс старший. Не надо мне твоих советов. Похож на хитрого моряка! Это ты привез Эйдена? Эйдена? Уи? Тебе нужен корабль? Да. Мне нужно доплыть до корабля побольше. Ты, его родственник? Нет, но я беру с него пример, будто он мой дядя. При этом мы с ним на равных, так что он мне типа как дядя, брат и отец разом. А, все по-прежнему сложно. Бон. Вперед! Надо как-то тормознуть баржу, пока Рэмпорт не вышел в открытое море. Управлять баржей можно в штурманской рубке.
В другой раз придумайте что-нибудь посложнее. Вернуться! Приступаем к поискам. Дрон, приступай к поиску. Осторожно! Никого нет. Продолжаю поиски. Чего здесь нет? Хватит искать. Панель управления вне досягаемости. Надо отключить двигатель, но как до него добраться, хз? Используй своего дрона. Ты же за практический подход. Я так горжусь тобой. Еле сдерживаю слезы.
тебе летят дроны. Я знал, что ты придешь. Если честно, я рад. Не хотел уезжать из Лондона, не сделав тебе прощальный подарок. О, не говори, что сдерешь кожу с моего лица. Сказанного не воротишь. Я все-таки верну тебе должок, и ты уже не будешь так веселиться. Когда ткани на лице отмирают, кажется, будто в тебя вонзают нож. То горячий, то холодный. Но тебе будет в 1000 раз хуже. Потому что я не верю в принцип око за око. За око надо платить всей своей сраной рожей! Как ты это не по-христиански, Томми? Все, баржа осталась без основного питания. Отключи последний двигатель и останови ее. Есть, капитан!
Все, баржа больше никуда не поплывет. Я засек удаленный сигнал, идущий с баржи. И мощные скачки напряжения в грузовом отсеке. Рэмпорт что-то активировал. Что-то большое. Приготовься к бою. Тебе нечем пробить его щиты. Держись. Мы придумаем, как от них избавиться. Yeah.
счетами покончено. Наконец! Ну все, Жестянкин ты сын! Сейчас ты попляшешь! Ты еще будешь молить о смерти. Ну все, Жестянкин ты сын! Сейчас ты попляшешь! Божечки! Какая здоровенная злющая хрень! Целься в уязвимое место! Ты еще будешь молить о смерти! Никак не сдохнешь! Не прикончить. Thank you.
все. Его можно добивать. Твои гаджеты тебя не спасут. А ну вернись! Я с тобой не закончил! Всем блок! Еще немного! Как люди покорят звезды, и мы с тобой...
добились бы этого вместе. Я врал тебе, наивный ты кретин. Гад. Ты покойник. И все твои дружки из Сан-Франциско тоже. Ситара. Джош. Если честно, я не ожидал, что ты передашь его Альбиону. Ну, я задал себе вопрос. Что бы сделал Эйден Пирс? А потом еще один. Точно ли я хочу быть таким, как он? Без обид, здоровяк. Ты поступил правильно. Но мне хотелось порубить его на мелкие-мелкие кусочки и выбросить их в Темзу на съедение чайкам. Ну, прогресс — это долгий путь. Что будешь делать дальше? Поедешь домой? Не, думаю, я еще позависаю в Лондоне. Улажу кое-какие дела. И надо бы позвонить Маркусу. А, точно! Сделаю селфач на фоне Биг Бена и скину ему. Или... может, заглянуть в Букингемский дворец и украсть рулон королевской туалетки? Будет ему сувенир. Класс. Похоже, если ты влипнешь в неприятности, спасать тебя придется нам. О, это так мило! Какой трогательный момент. У нас прям команда мечты. Джексон и два его дяди. Два дяди? Тише, тише. Не парься.